Вот уже год, как Наталья Поклонская не просто прокурор, а символ российского Крыма. Тогда, 11 марта 2014 года, не побоявшись угроз и преследований со стороны официального Киева, Поклонская становится единственным кандидатом на пост главы надзорного ведомства. Не по-женски смелое решение, учитывая, что все остальные отказались. Но тем и ценней победа. За Наталью Поклонскую, как своего прокурора, тогда, по сути, проголосовал весь полуостров. Я думала так. Бояться я буду потом. На тот момент не было ни времени, невозможности, абсолютно ничего, чтобы вот сесть и бояться. Нет, нельзя было бояться, надо было идти, надо было делать, надо было уверенно показывать, что да, мы за правое дело, в конце концов. Пусть боятся те, кто вот таким путем, которым они все свергли в Украине, в Киеве, пусть они боятся, скоро расплата-то придет. После назначения ее ждали месяцы бессонных ночей. Ведомство, в общем-то, пришлось создавать с нуля, полностью переводить его в российское правовое поле. За это время Наталье Поклонской неоднократно угрожали. Активисты правого сектора готовили на нее ни одно покушение. К счастью, все их удалось предотвратить. Фамилия Поклонской до сих пор фигурирует в списках СБУ в графе «особо разыскиваемая». Сразу несколько уголовных дел на прокурора Крыма завели и в МВД Украины. Однако запугать не удалось. Сейчас можно с уверенностью сказать, несмотря на трудности, у нее все получилось. Выдохнуть можно, но сразу сиюминутно вдохнуть заново и с новыми силами идти дальше работать. Потому что работы очень много. Люди в нас поверили, люди идут, люди благодарны.